вот такой вот билет. Вот, я и это. Как драгоценную реликвию пронес через всю жизнь свой комсомольский билет, Геннадий Баркалов хранит его и сегодня. Я вступал в комсомол здесь, в Искитиме, в горкоме. И отсюда же я вскоре призывался в армию. И служил я 4 года на Тихоокеанском флоте подводником. И когда я на подводную лодку пришел, там 4 года, и меня избрали комсоргом. Что мне понравилось там, спрашивают, как там. Я говорю, понравилось, что 100% явка на подводной лодке. На сцене Дома культуры «Октябрь» встреча всех поколений искитимского комсомола и активистов движения первых. Здесь же и Анатолий Трапезников, комсомолец-целинник 50-х годов. Энергии пожелаю, той, когда в то время была у нас энергия, вдохновение и подражать всегда хорошему, хорошим поступкам. Благодаря комсомолу он прямую дорогу дал мне, чтобы ни влево, ни вправо не свернул. И остался по этот день я нормальным, счастливым человеком. Опыт молодого задора и трудового порыва бесценен. Они говорят, настоящий комсомолец – это сила духа, справедливость и целеустремленность. Конечно, движение первых не станет точной копией советского комсомола разных лет. Но современная молодежь готова активно жить и действовать, а не отступать.